Здравствуйте, друзья! Сегодня я вам хочу рассказать, как заработать за 2,5 месяца 48 миллионов чистыми. Произошла как бы интересная ситуация, интересный случай, и там как-то мне позвонил человек, который заказывает у меня рестораны. У него основной бизнес — торговые центры, и он там покупает и раскручивает торговые центры, и он в своих там торговых центрах, в своих площадях делает ресторан, и он там заказывает. Он позвонил, сказал: «Айбек, там моему другу нужен ресторан, как бы тоже помоги, пожалуйста». И там, ну, чтобы все было там качественно, все было там вовремя. Я говорю: «Хорошо, без вопросов». И мы начали как бы там, ну, я говорю: «Хорошо», там ему сказали, позвонят, позвонили, встретились, сделали как бы проект, полностью дизайн, концепцию, все выбрали, сделали, запустили в ресторан, все нормально, сдали. И через 2 недели звонок от этого человека, и он говорит: «Айбек, там можешь подъехать?» Я говорю: «Да, там, подъезжаю». И тут он мне говорит: «Айбек, почему как бы ресторан получился, ну, дорого, да, чем мне?» Я говорю: «Ну, как дорого?» У него, говорю, не, там, это вообще не дорого, если по квадратному метру, он его еще дешевле получился, чем вам. Говорю: «Так что, говорю, это недорого, говорю, всего, говорю, ресторан обошлось ему 25 миллионов, говорю, 22 миллиона, это чистая себестоимость этого ресторана». И он говорит: «Подожди», говорит, «а что за цифра 72 миллиона?» Я говорю, «Какая цифра такая?» Я говорю: «Я, ну, не знаю про такую цифру». Я говорю: «Есть, говорю, подтверждающие документы, что это стоит 25 миллионов». Я говорю: не так, как не 72. И говорит: «Давай выяснять эту ситуацию». Говорю: «Что-то мне непонятно». И вдруг там приезжает, звонит этому как бы парню, который мне звонил, он подъезжает, и, ну, выясняется как бы, ну, такая тема, что этот парень, он, ну, посредником был, но я думал то, что он как бы, ну, не конечный заказчик, я знал, когда это делал, да, но я не думал, что он как бы, ну, настолько как бы шустрый и настолько как бы одаренный, что взял как бы, ну, переделал документы и продал на 72 миллиона. Ну, на самом деле, как бы, честно скажу, я его не осуждаю, но я так не умею, да, как бы, да, но он красавчик. И он сказал, что я купил товар и продаю товар. Я купил товар за 25, продал его за 72. Говорит: «Какие ко мне претензии?» И я как бы смотрю как бы в эту ситуацию со стороны и говорю о том, что, ну, как бы, ребята, я говорю, со мной, говорю, все ок, давайте, говорю, вы сами дальше, говорю, обсудите вопрос. И я оттуда как бы вышел, да, с таким как бы, ну, немножко как бы удивлением, да, когда, ну, человек там, по сути, он на самом деле заказал, и когда в ходе работы он там просил всего 2 вещи, чтобы было качественно и чтобы было вовремя, да, чтобы, ну, задержки не было. Договор был заключен на 3,5 как бы месяца, то, что мы за 3,5 месяца сделаем, в итоге закончили за 2,5, и... Ну, как бы для меня это было очень такой новостью, да, то есть как бы у него, если у нас там работал 15 человек для того, чтобы этот завершить, да, кроме как подрядчиков, да, 86 компаний и там еще там около 20 частных лиц для того, чтобы сделать один ресторан. У него работала одна секретарша и все, и он сам. Как бы, и он заработал почти 15 раз больше, чем мы. Так что такое, я думаю, бывает только в ресторанном бизнесе. И истинную стоимость ресторана многие люди не знают. И как бы, и вот такие как бы случаи встречаются, да. И на самом деле я как бы так подумал, как бы, ну, очень круто. Вот, очень круто на самом деле, что он как бы так сделал. Я не знаю, как бы в итоге как бы как разобрались, что как бы этот парень после этого случая заказал еще 3 кофейни. Вот. Себестоимость этой кофейни где-то от 11 до 13 миллионов. Он, кстати, купил себе Bentley. И заказал еще у нас 3 кофейни. И как бы вот одну кофейню он продал за 27,
которая стоила 13 миллионов, а две кофейни еще не продал. На самом деле, как бы, просто красавчик. Я не знаю, да, как вот это вот сделать, но если, как бы, у вас, ну, как бы, такая, язык подвешен, да, там, вы, как бы, ну, хорошо упакованы, умеете говорить, умеете так продавать, то можете так делать. Это, ну, на самом деле, там, способности, да, ну, редко думаю, кто обладает такими способностями, но... В общем, как бы красавчик. Так что только в ресторанном бизнесе, я так думаю, можно заработать за короткий промежуток времени вот такие деньги. Так что удачи, ребята, думайте и зарабатывайте деньги. И на самом деле, как мне все постоянно говорят, большие деньги зарабатываются легко, чем маленькие. Удачи вам!